Способность к сравнению, свойственная разумным существам, это является их же и злом. Обезьяна не может сравнивать. Она не знает, кто лучше живет, обезьяна или кролик, например. Она не завидует кролику. Но человек, который имеет зарплату там, в 1500 рублей, будет завидовать тому, у кого 3500 рублей. Эта зависть, эта способность к сравнению не даст ему покоя. Вот в том же Таиланде и во всех странах Азии буддийский подход, он не учит людей сравнивать и пытаться занять место другого. У каждого как бы своя вот это есть карма. Каждый находится там, где он должен находиться. Поэтому в этой стране люди, которые живут в каких-то постройках из картонки и трех досок, они точно так же вам будут добры и искренне улыбаться при встрече. И не озлоблены, у них не возникает комплекса, что другие живут лучше их, поэтому, значит, нужно им желать зла. Или как-то от них отобрать, их экспроприировать. И тогда вот мы заживем хорошо, вот, а их нужно всех в тюрьму посадить, лучше расстрелять и четвертовать. Но при этом пытать. Вот этого там нет. И, собственно говоря, этого нет ни в какой религии. Таиланд-то как бы земной рай. К тому же там живут люди, которые очень на меня похожи. По характеру. Хорошие, добрые люди. Там много чего есть, да. Ну, народ такой, понимаете, как-то немножко уровня другого, несколько, конечно, уровень другой немножко. В смысле интеллекта. Ну, такие, как я. Не слишком интеллигентные, хорошие и добрые. Просто мы пошли с ней в ресторан «Фадо» один раз. С кем? С Мартой Эргерих? С Мартой, да. Там было вино много. А как раз был концерт, где она играла на двух роялях. Это был ее концерт. Я посетовал на то, что как-то не так уж много репертуара для двух роялей. Так она сказала, ну, тут, может быть, что-то сможешь сделать. Я пообещал. Музыка «Фадо» и количество красного вина расположили меня к тому, потому что я дал действительно слезное, клятвенное обещание. А на утром я вспомнил, что действительно что-то я такое обещал. И потом я стал думать, что же можно переложить, таким образом сделать. Почему-то остановился на Золушке. А потом
я понял, что это чрезвычайно сложная задача, но было уже поздно. Там музыка романтическая, ее легче перекладывать. Там можно что-то добавить, что-то прибавить. У Прокофьева, если есть, скажем, три ноты, надо быть три ноты, не больше. А поскольку уже в наличии два рояля, они что-то должны просто играть, а нот мало, тут, конечно, пришлось подумать и даже какой-то, я считаю, новый принцип. Но опыт часовщика у вас там пригодился. Часовщика? Опыт? Ну да, вот написали, что вы любите чинить часы. Да что за глупости? Какие часы? Пишут в книгах. Вы знаете, столько пишут, вы читаете, я нет. А 50 лет – это много? Слишком много. Мне нравилось чертить какие-то, выдумывать машины. Не только не машину времени, ее непонятно, как начертить.